Добрый день, друзья, люди, живущие в Калининграде. Я Расул, я насчет видео, которое сняли колодец или крант, это как называть, не знаю точно. Это закинули группу, и мы вообще не знали, не думали, что это такая серьезная вода и святая. Ну, как мы все мусульмане, ну, там были, и они говорили, а я их не верил. Я думал, это обычный крант и обычная вода. Так как мы очень плохо вели себя там на видео, все такое, я хочу очень извиниться и больше такого не повторится. Просто я не думал, что это такая серьезная вода. Добрый день. Админ группы и всем также. Я извиняюсь, очень неприятно получилось. Это на видео тоже говорил я. И за поведение извиняемся все. Если можно, этот видео закинь как-нибудь в сторис, чтобы все видели.